А до нашого ефіру долучається Михайло Пінчук, власник зоопарку «12 місяців», тому що ми вже про це з вами говорили, від російських окупантів страждають не тільки люди, а й, на жаль, тварини. Пане Михайло, вітаю вас. Здравствуйте. Власне, яка ситуація зараз в зоопарку, тому що, наскільки я розумію, там немає зараз будь-якого коридору, щоб можна було або евакуювати тварину, або довести їм якісь корми? Спасибо. Ситуация очень плохая и становится, насколько это возможно, еще хуже. С каждым днем все тяжелее, у нас добавляются факторы, отягощающие просто уже унеможливающие на нашу жизнь. Сейчас начался подниматься уровень воды, он уже вышел в село до какой-то степени. Кроме того, я не знаю, какие подробности я могу сообщать, какие нет, чтобы не сказать лишнего. В любом случае, все, что касается гуманитарной катастрофы, связанной с нашим районом и касающейся так или иначе зоопарка, я ежедневно передаю высшим должностным лицам и местному самоуправлению, и местным, условно говоря, нашим депутатам, и дальше наверх в центральную власть. Но ситуация такова, что сегодня, например, несколько дней со вчерашнего дня нельзя вообще туда заходить и оттуда выходить. Значит, есть такое, соответственно, распоряжение или просто желание оккупационных войск. Поэтому какого-то движения сейчас или передачи гуманитарной помощи на сей момент нет. Но как оно будет дальше, неизвестно. Мы слышим все эти слухи, там вроде бы кого-то они сами назначают, кто этим вообще как будет управлять. Но самое главное то, что у нас по-прежнему нету зеленых коридоров. А нам для того, чтобы снабдить зоопарк хоть чем-то, хоть теплом, хоть едой, нам нужны зеленые коридоры. Это же не просто, понимаете, как вот эти несанкционированные или спонтанные зеленые коридоры, которые просто появляются, потому что люди от отчаяния выбираются там, где могут выбираться. Мы не сможем зайти туда с продуктами или с дизелем. Понятно, что нас или расстреляют, или остановят, или что, ну, не дадут возможности, потому что одно дело человек, который там пробирается, вот, как-то, знаете, по-плоскому и по-полстунски, а другое дело, когда нужно переместить сравнительно большие грузы. А они сравнительно большие, потому что животных у нас очень много, и таких, как носорог, жирафы, тигры, которым нужно очень много еды, а ее нету, и они умирают. Пане Михайло, за період от, власне, активних військових дій, чи вдалося якихось тварин, можливо, евакуювати завчасно, вивезти, чи ні? Это, в принципе, невозможно, потому что у нас все мосты вокруг взорваны, теперь мы еще отделены очень серьезной водной преградой, поэтому нам удалось вывести, это походило на какую-то такую полувоинскую операцию, и нам в этой смысле очень помог Красный Крест. Нам удалось вывести двух наших орангутанов оттуда в ящиках, на лодках, в холодину. Это, мы их чуть не прикончили, это просто случайно повезло. Я чем больше на это смотрю, тем больше понимаю, что таким способом мы больше других животных вытащить не сможем. Нам, тем более, когда о больших животных речь идет, которые и невозможно даже вывести. Даже если бы технику мы загнали из Германии, а в Украине такой техники нет, чтобы перевести жирафа, но куда ты поедешь через взорванные мосты? Маленьких животных, если дадут зеленый коридор, можно эвакуировать. Поэтому мы молим, пожалуйста, нам нужен зеленый коридор, чтобы мы забрали оттуда маленьких и накормили больших. Иначе они все тотально погибнут, они погибают уже ежедневно. Чи розглядаєте варіант, що якщо все ж таки вдасться потрапити до зоопарку, і, от, так як ви кажете, маленьких ви зможете забрати, там більших ні, частину тварин просто от відкрити вольєри і випустити, там парнокопитні, наскільки я пригадую, у вас є? Я не собираюсь рассматривать подобный вариант и не очень приветствую, когда кто-то говорит вещи, о которых он ничего не понимает. Если сделать такое, то мы обречем их просто на медленную, болезненную гибель. Тогда уж лучше просто их всех перестрелять. Это не дикие животные, которые смогут сами взять и себе пойти в лес. Ну вот, да, хорошо, кабанов можно наших отпустить, хотя они полудомашние, наверное. Но на этом и все. Но кого вы отпустите? Что, тигров или львов? Там нету никого, кто мог бы жить самостоятельно. У нас нет диких животных в зоопарке вообще ни одного. Это все так и называется. Зоопарковые животные. Они полудомашние. Они без человека не выживут и дня. Первое, что они сделают, это они пойдут искать людей, чтобы им дали кушать. Можете вообразить, что будет, когда они найдут людей, кого они найдут. Ну так, если лева выпустить, это однозначно не вариант.
Дякуємо, пане Михайло. Усі ми сподіваємося, що насправді з'явиться можливість нагодувати тварин або хоча б евакуювати їх у безпечнішу зону. Михайло Пінчук, власник зоопарку, 12 місяців, був із нами на зв'язку.